конце февраля в России побывал Жиль Вебер, национальный партнер Solar Group во Франции, Кот-д'Ивуаре, Бенине, Того, Сенегале, Камеруне и Буркина-Фасо. Компанию Жилю Веберу составила его ассистент и ведущий партнер в Бенине Барбара Сака-Кина. Именно их глазами видят проект «Двигатели Дуйнова» африканские инвесторы. Руководитель пресс-центра проекта Александр Сударев провел для гостей экскурсии по стройплощадке и зданию будущего инжинирингового центра «Савалмаш». Ответил на все их вопросы. Больше всего партнеров поразил размер строящегося ПКТБ, объем и профессионализм проделанной работы. Жиль Вебер впервые был здесь осенью 2019 года, когда на этом месте был только огороженный участок. 2,5 года спустя он поднялся на 3-й этаж здания и увидел доставленное сюда оборудование. Барбара Сака-Кина посетила Россию впервые. Она стала первым участником проекта из Африки, который побывал в гостях у «Савалмаш». Затем Жиль Вебер познакомился с закулисьем телестудии «Савалмаш», узнал, как компания выстраивает коммуникацию вокруг проекта и попробовал себя в роли ведущего вебинара. Он отметил современное оборудование телестудии и профессионализм сотрудников, благодаря которым осуществляются качественные трансляции. После визита в «Савалмаш» Жиль Вебер провел несколько рабочих встреч с топ-менеджерами компании Solar Group. С IT-директором Виталием Аверьяновым они обсудили обновленный личный кабинет, его возможности, а также предложения по дальнейшему улучшению платформы. Вопросы, которые волнуют инвесторов и партнеров из Африки, обсуждались на деловом обеде с коммерческим директором Solar Group Павлом Шацким и руководителем направления рекламы и связи с общественностью Павлом Филипповым. Жиль Вебер отметил, что руководство компании отнеслось к проблемам инвесторов с большим вниманием и готовностью помочь. Своими эмоциями и впечатлениями от увиденного иностранные гости поделились сразу же в прямых трансляциях с инвесторами и партнерами. Поездка в Россию поможет им эффективнее продвигать проект в тех странах, где они работают.